Я обычно не выхожу из дома умалишенных посреди ночи, но он сказал, что ты в долгу не останешься. А, я слушаю. Дело вот в чем. Я всем сердцем желаю жениться на Белль, но ее надо подтолкнуть. Она ему отказала. Все знают, что ее отец псих. Сегодня он был здесь и бредил о каком-то чудовище в замке. Морис безвреден. Дело в том, что Белль сделает все на свете, чтобы его не держали под замком. Да, даже выйдет за него. Ты хочешь запереть ее отца в сумасшедший дом, чтобы она вышла за тебя замуж? О, это низко и подло. Мне нравится. Белль! Морис! Ну что ж, кажется, ничего не получается. Они же вернутся когда-нибудь, а мы уже будем готовы к встрече. Лефу, не сходи с места до тех пор... Что вам угодно? Дело в том, что мне нужен ваш отец. Мой отец? Не волнуйтесь, мадемуазель, мы позаботимся о бедняжке. Он не сумасшедший! Да он бредил, как полный псих! Мы все слышали, верно? Нет! Я вам не позволю! Белль! Морис! Расскажи еще раз, старик, каким большим было чудовище? Какое оно было? Большое? Оно было огромное! Как минимум 8! Нет! Даже 10 футов! Ну скажите, разве он не безумен? Это чистая правда! Забирайте его! Отпустите! Нет, вы не имеете права! Бедная Белль, я сочувствую твоему отцу. Ты-то знаешь, он не сумасшедший. Это небольшое недоразумение можно разрешить, если... Если что? Если ты выйдешь за меня. Что? Одно слово, Белль, и все будет хорошо. Никогда! Но дело твое! Белль!